Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы Елены Ямская. Композиция называется «Дороги любви». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Ты по жизни натура пылкая и щедра на любовный жар. Не приемлешь судьбу нылую, обжигает души пожар. Настроение чемоданы, ведь любимый так далеко, но о нем лишь мечты желанные позовет, побежишь бегом. Сердце ищет себе душину, гонит сумрачность холодом. Чем на заре далекий суженый, где-то в царстве зимы синегом. Ты его окрыла радостью, он такой и не знал вовек. Ваша встреча была наградою, так прекрасно слияние рек. И семья его надежная, но в любви страстный зов. Душу встретив с родным покоем, он иную обрел любовь. Не нашлась на земле та женщина, чтобы счастье сошлось в одной. Жизнь бывает так переменчива, жизнь бывает так переменчива, в миг разрушен души покой. Но не смог он дать обещание, крепко держит семейный долг. Ты в томительном ожидании и грустишь без любви дорог. А печально ты разлюбою ждать свидания нету сил. Тяжело жить с такой мукою, тяжело жить с такой мукою. Горький опыт вас разлучил. Только вехи остались в памяти, самолеты и поезда, и отметка судьбы пергаменте, как глубокая борозда. А свидания те заветные,
друг твой в сердце хранит, любя. Не забудутся встречи светлые, не забудутся встречи светлые. Счастлив он, что узнал тебя. Счастлив он, что узнал тебя. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт. Дороги любви». Стихи Елены Ямской, музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».